В Атырау новые коммуникационные технологии внедряют в сферу гражданской защиты. Регион приобрел автономный спутниковый комплекс третьего поколения ПСК-300. Мобильный терминал может обеспечить передачу данных, видеотрансляцию и телефонную связь из любой точки и при любых условиях на командный пункт и в оперативные подразделения кризисного центра ДЧС области. Комплекс представляет собой терминал управления, в котором размещено все необходимое оборудование. Система способна стабильно функционировать при температуре от -30 до +50 градусов. Для работы на этом терминале сотрудники департамента прошли специальное обучение.